Здравствуйте, Натали. Опять ваш вопрос. Может ли быть совесть сожженная в каком-то одном вопросе, теме или если сожженная, то во всем? Может ли у рожденного свыше христианина быть сожженная совесть в чем-то? Что такое сожженная совесть и в чем это проявление? Рекомендую читать текст всегда в контексте. И если вот это выражение в Евангелии применено, то оно там стоит: «лжесловесники, сожженные в совести своей». Значит, сжигает совесть ложь. Не только словесная, но и образ жизни. Когда человек какую-то сферу поверил в ложь и живет в этой лжи, то у него совесть замолкает. И она уже перестает ему говорить, что это грех. Потому что он согласился с ложью и сжег ее голос. Поэтому в каждой сфере так может работать. И выбор остается за человеком. Будет ли он эту совесть беречь, потому что это Божий голос внутри нас. На самом первоначальном этапе человек слышит голос совести, практически даже находясь вне Царства Божьего, голос совести в нем есть. Поэтому это голос, который есть у каждого человека, не только у христианина. А вот сжигать может любой человек ее. Заставлять замолчать за счет вот этой позиции, когда начинает верить в ложь и соглашается, что это нормально. Поэтому Священное Писание для нас остается критерием, по которому мы взвешиваем свою жизнь. И совесть в данном случае получает тогда правильную подпитку. Всего доброго и благословения вам.